Всем привет, ребята, и сегодня давайте мы кое-что разберем. Смотрите, видите, вот это, смотрите, бета-тест это. Я это переведу, бета-тест. Ух, я не пойму, вот через 9 дней это, ну, вряд ли эта игра сама выйдет. Бета-игра. Или подождите, но это, или оно именно будет, а не показывать геймплей. Может, это при регистрации кто появится, но это еще, конечно, ожидать нужно. Ладно. Не, ну монашка тут классно прорисована, еще скажу. Кстати, я перевел, тут написано. Хочешь быть бета-тестированием? Мы бета-тестирование. Где-то вот так. Я и перевел вот это. Тоже вот это, ну, вроде выбрал бета, там не помню, блин, но вот эти слова не переводятся никак. Кстати, вот этот привел айскрим 4 товар, какой-то товар будет через именно 4 часа до 14:00. Тут пока за 3 часа, но ничего страшного. Короче, давайте будем заканчивать. С вами был Димон Про. Пока-пока.